Таким сочетанием классики и авангарда гостей встречает Биша Стринг Трио. Композиции пишет один из сочинских музыкантов, имя которого внесено в название группы. Такая музыкальная форма подчеркивает стиль выставки, в которой четко видно слияние разных жанров искусства. 20 сочинских художников продемонстрировали свое понимание гравитации в живописи, инсталляции, работах, выполненных в диптихе, патале и других техниках. Людмила Терзиян постаралась отобразить процессы мышления, связанные с природой Земли и мироздания, через цветную сферу из папье-маше. Название ей «Пуп». Гравитация – это некое притяжение, некое поле, в котором мы все существуем. И каждый художник постарался отобразить это своим искусством, свое ощущение гравитации. На выставке более 30 работ, и в каждой из них есть свой некий смысл бытия, будь то галактика, внеземные цивилизации, йог, человеческий глаз, сердца, разнообразные абстракции или просто многоквартирные дома. Есть и работы из гипса и мозаики. Увидеть экспозицию можно в зале Сочинского художественного музея. Выставка будет работать до новогодних праздников. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.